Все здравоохранения пояснила нам, о чем мы вещаем вторую неделю подряд, эпидемия с многочисленными очагами, но не пандемия. Именно так эксперты ВОЗ оценивают вспышку китайского коронавируса. Пандемия это масштабная эпидемия, которая стремительно распространяется по всей территории какой-либо страны, а затем перекидывается на соседние, ну и потенциально может охватить весь мир. Такого и правда, судя по всему, сейчас не происходит. Те, кто принес вирусы 2019 НЦОВ из Китая в другие государства, Всем привет! Сейчас так здоровается. А, хочу сказать сразу, что, конечно, не могли обойти стороной этот вопрос, но сегодняшнее наше видео не носит какой-то там рекомендательный характер, а скорее всего немножко описание того, что как вот я вижу это все, например, как мы все живущие здесь, видим а, все, что происходит вокруг нас. Ну и немножко фантастики. Для кого-то, возможно, не фантастики. Значит, а, что случилось? Никто не знает, что случилось вообще. Случился бардак, полнейший бардак. В общем, а, при введении ЧС на самом деле а, государство а, должно а, заботиться о своих гражданах и обеспечивать их всем необходимым. Ну, конечно, а, это не совсем Выгодно, наверное, не совсем государство может это сделать, поэтому сейчас введен режим самоизоляции. Государство вроде бы и поддерживает своих граждан, но и как бы и ни при чем слегка. То есть самоизолировались, ну вот, как бы, и отвечайте сами за свои финансовые риски. И вместо ЧС значит, объявили каникулы, то есть нерабочие дни, по сути. После чего наш венценосный сам самоизолировался ушел на самоизоляцию, значит, и самоизолировался от принятия ответственных решений. Значит, и многие решения пришлось принимать региональным властям. Люди бы сидели дома, люди бы сидели дома, да, денег нету. Вот в чем дело. Значит, ну, все платили налоги, формировался резервный фонд, поэтому, значит, я тоже вот Считая, что нужно вернуть людям какие-то деньги, потому что ну, фонд как бы есть, да, а денег у людей нет. Вот это будет реальная помощь, потому что люди потратят э, эти деньги, опять же, на самое насущное, необходимое, да, понесут в магазин и тем самым еще и поддержат экономику и э, малый средний бизнес. Вот. Но так, кстати, и поступает во многих государствах, кроме, ну, соответственно,. Нашего, кроме России. И вместо того, чтобы вот сейчас отменить какие-то налоги и поддержать бизнес и людей, у нас вводят дополнительные. Да? Некоторые даже государства коммунальные платежи отменили. У нас мы вводят дополнительные платежи. Дополнительные налоги, у нас вводят дополнительные налоги на вклады россиян, то есть, э, ну по крайней мере разговор пошел об этом, люди значит побежали в банки э, и люди начали снимать деньги, то есть, ну э, банки, получается, э, оказались в очень шатком состоянии, вместо поддержки они получили, в общем, вот такие вещи. А, то есть получилось так, как бы государство сказала денег нет, но вы держитесь как обычно. нет Масок, нет перчаток, да, ну вот у меня есть, маску сами сшили. Значит, и до сих пор самое интересное, по достоверным источникам, у нас, по крайней мере, в городе нет тестов именно на ковид вот этот девятнадцатый. То есть есть тесты на обыкновенные коронавирусы, но ковид-19, это совсем другая вещь. То есть есть знакомые, работают в центральной лаборатории нашей, то есть люди шлют анализы, хотят провериться, но тестов нет. И тем более тогда непонятным становится, а на основании чего выносится диагноз людям. То есть, если нет тестов, а у нас есть количество заболевших COVID-19-19. То есть это все очень странно, непонятное. А вот, значит, ну, тестировать его всякое теми же методами нельзя. Поэтому вот в этой области у нас тоже бардак. значит Значит, потом мы не знаем свои права обязанности. Вот. Главное отличие карантина от а самоизоляции, значит, что карантин обязателен к исполнению, а самоизоляция нет. То есть, если самоизолирующийся человек куда-то пойдет, кроме мук совести, его ничего мучить не будет. Вот. А нарушителя карантина, конечно, ждет ответственность. Ну, еще 18 марта Роспотребнадзор а, издал постановление. Один из его пунктов подразумевал, что каждый, кто вернулся из-за рубежа, а, должен а, сидеть на карантине. А, кроме того, значит, у кого подозревают опасную инфекцию, естественно, тот на карантин. Значит, а, всем остальным это не обязательно, а просто рекомендательное мера, потому что ЧС у нас в стране пока не введен, в отличие от других стран. И, в принципе, то есть тут штрафовать и закрывать как бы здоровых людей, которые не представляют опасности, ну, как бы правоохранительные органы не вправе нас, ну, на сегодняшний день, по крайней мере. Значит, но если человек на карантине и нарушил карантин, значит, тогда максимальная мера наказания, там, 80 тысяч рублей штрафа и, или 360 часов э, исправительных работ. Ну, я так понимаю, что после излечения, да, потому что больного человека, как отправить на 360 часов обязательных работ. Значит, могут приговорить к году ограничения свободы такого человека. Ну, а если человек вследствие нарушения кого-то заразил, и кто-то, тем более что, если умер, то тогда до пяти лет лишения свободы. Но Значит, как еще раз повторюсь, значит, если человек не угрожает здоровью других людей, то самоизоляция это такой рекомендательный характер. То есть небольшой итог вот по этому пункту. То есть мы за самоизолировались и пока за свои финансовые риски мы несем ответственность сами. Поэтому, наверное, ЧС и не вводится. То есть мы находимся сейчас в очень непонятном положении, мы не знаем, что делать и никто нам подсказать толком не может, потому что верхушки сами не знают, что делать. Значит, что происходит на работе? На работе, ну, как следствие бардака в стране, происходит тоже бардак. Значит, как говорят, чтобы бизнесмены и их работники не оказались на улице, мы им запретили выходить на улицу. Значит, вот меня, например, 31 марта, во вторник, по-моему, а вечером отправили на, удаленный, на удаленку. То есть у меня есть удаленный доступ и на телефоне, и на компьютере. Значит, ну, в среду я еще вышел на работу, потому что мне надо было доделать какие-то вещи. И мне объявили, что, оказывается, Москва, когда узнала, что, ну, средняя начальство, средняя звена отправила меня на удаленку, ну, меня еще несколько человек, москвичи очень возмутились и сказали всех немедленно вернуть, иначе будут прогулы. Значит, а если кого-то отправят на удаленку, то завалят такими отчетами ежечасными, что человек сам не захочет идти на удаленку. Что вы боитесь, что ли, заразиться? Да нет, дело тут даже не в боязни заразиться, а чисто, так сказать, ну, обидно. То есть сидит Москва, они все на удаленке, они там все в блиндажах сидят и оттуда командуют. Они гонят, гонят людей. Вот я живу в Сибири. Москва гонит сибиряков. Идите, идите, работайте. Бизнес, бизнес. Самое главное в бизнес. Вот. Ну, то есть, получается, что все равно, все равно, даже сейчас я еще не ушел на удаленку, но нам уже шлют, шлют задания, отчеты. То есть, прислали, сказали, напишите, пожалуйста, подробно, что вы делали последнюю неделю. И... Что вы планируете сделать? То есть подробно, прям очень-очень... То есть это что значит? Что, это значит, что а, руководство уже ищет слабое звено, чтобы кого-то уволить, потому что бизнес а, трещит по швам, и, соответственно, начальство ищет лентяев. Да? То есть если ты сдал неправильное отчет, значит, ну, э, чувак, ты не работал. Что еще? Какие а, интересные вещи произошли на работе? А, ну, я работаю в одном из банков, негласно запретили выдавать кредиты людям, ссылаясь на технические причины. Но, естественно, причины не технические, причины не то, что это очень большие риски, потому что сейчас ну, человек умрет да, от коронавируса, и кто будет отдавать кредит. То есть кредиты не выдают. Ну, тем не менее, заставили сделать на полу эти линии, Полтора метра друг от друга, чтобы когда народ ломится, в офисы чтобы они там не перезаражали друг друга но естественно народ никуда не ломится потому что кредиты не дают ну то есть вот абсурд это вообще очень смешно дошло до того что у нас один коллега не в этом городе но а в другом посмотрел значит обращение нашего президента и срочно то есть ему не дали еще удаленку ему сказали вот завтра решится вопрос он говорит, нет, все, 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 я увольняюсь, я буду сидеть дома. Если вы не отпускаете, я увольняюсь. То есть, ну вот, вплоть до того, что, как бы, истерия все-таки есть, есть. Ну, дорогие мои друзья, вот кто мне звонит все эти дни, да, и говорит, что, Диман, как там тебе отдыхается там, мы тут вообще нормально. Отдыхаем, как сказал там Медведев, там Путин, то есть занимаемся семьей, детьми, да, расслабляйтесь. Все хорошо, побудьте дома с родными. Нет, дорогие мои, я не дома. То есть вот сегодня выходной, вообще я на работе. То есть мне никак не, не отдыхается. Я очень рад, что мне начинают люди рассказывать, что а вот можно же в... на компьютер включить домой? Нет, ну, я знаю, у меня все включено, но просто Москва, в Москве срать. Нашему руководству на то, что там сказал президент и все остальное. Всем плевать бизнес, бизнес в глазах один бизнес. Либо сократить людей, сэкономить на них, либо бросить людей на передовую. Пусть они перемрут. То есть мы пушное мясо для Москвы на самом деле. А других как бы мы не ключевые звенья, поэтому нас можно бросать вообще под танки. Да? А они там будут сидеть в скафандрах и командовать нами. Крустно это все наблюдать на самом деле. И ну, тревога такая какая-то есть, все-таки нарастает. Ну вот, а, и кому это нужно? Да. Есть, э, ну, может быть, это даже где-то область фантастики, а возможно и нет, потому что с такими вещами я уже часто сталкивался. Э, Как-то э, общался с руководителем Национально-Консервативной -консер... партии России, и он мне рассказал, что он мне рассказал, значит, первый о заговорах о всемирном правительстве, да, о новом мировом порядке. И я всегда очень удивлялся, кому это нужно. Я говорю, да, ну, это, это сказка. Он говорит, ну кому-то сказка, а кто-то готов на это положить поколение. Так вот, вопрос, может быть, систему специально расшатывают. То есть есть мнение, что кроме того, чтобы людей отвлечь там, от падения курса рубля, от того, что нефть там падает цена более глобальные цели, да, такие тайные. То есть э, смотрите, э, ну, что еще раз происходит? Еще раз скажу, что эпидемия, понятие эпидемии, когда 5% населения страны уже заражено, то есть, да, эпидемии у нас нет пока. То есть пандемия это когда заражение передается на другие страны. То есть вот у нас пандемии, не знаю, как определение, наверное, тоже нет. А, и у нас от... Э, пневмонии, да, и от туберкулеза в разы больше люди умирают, но и умирали, и границы никогда, то есть, не закрывают. То есть, эпидемии, там, они вот фиксируются раз там, в 20 лет, 15, а допустим, какие-то там, ну, грипп, там, проходит раз там, в 3 года. Вообще говорят, что на самом деле это просто тяжелый, ну, это вирус с тяжелым течением ОРВИ. То есть не нужно его короновать больше, чем, у, чем он есть. То есть вот, кто, говорит, его короновал? Есть вот, мнение, что на фоне того, что сейчас происходит, производится цифровизация а, мира, ну, страны и нашего мира, общества вообще. А, попытки вывести, вывести новый мировой порядок, осуществить а, теорию золотого миллиарда, то есть и введение единого правительства, естественно. Об этом много писалось и в начале века, и до этого еще. То есть ну, в начале того века и, и до этого об этом много. Книг можно почитать, что есть там масонский заговор и все остальное. Есть там заговор 11 семей оставить всех остальных в рабах. Ну, тем не менее, тем не менее, а такие вещи тоже нельзя скидывать со счетов, как бы фантастически они не звучали. Вот, что, потому что идея сама по себе не нова. Современные технологии как раз вот, могут ее реализовать вообще э, по неожиданной для общества схеме. То есть э, могут создать так называемый как бы это страшно не звучало, электронный концлагерь для населения планеты. То есть, то есть, сейчас телемедицина, дистанционное обучение. Сейчас вот система распознавания лиц, кто был в Сбербанке, говорит, давайте, давайте, мы вас тоже посчитаем, запишем, да. Я уже про ИНН молчу, да, ИНН климо дьявола, знаете это на стенах раньше писали. Вот, то есть заказов, заказ товаров по интернету интернет-магазинах все это уже в принципе все это работает то есть цифровизация уже почву себе подготовила значит а при общей при общей изоляции это становится необходимостью то есть именно человек уходит в интернет то есть его считают классифицируют и он все все товары заказывает в интернете То есть, ну, грубо говоря, и, и происходит также монополизация, то есть потому что можно тогда ну все что угодно, значит человеку продать, поскольку ничего выбора большого нет тоже, и тогда вот нагрузка на интернет возрастает много раз и возможно внедрение технологии 5G то есть технологии 5G, которые, э, ну, очень много о них сейчас ведется споров, что они очень вредны для человека, особенно вот эти станции 5G, что они там облучают, и рак, и все остальное. Но тогда это станет необходимостью, потому что возрастет необходимость увеличить объем и скорость интернета, потому что это будет единственное для человека возможное пространство жизни. Вот. И, естественно, сразу же можно осуществлять э, тотальный контроль. Э, здесь же уже можно подтянуть э, значит, технологии умной пыли, да? то есть это наночипы, которые вживляются в человека, которые, в принципе, человек даже может вдыхать, и его можно идентифицировать вообще на территории планеты очень спокойно. То есть все эти вещи, они в принципе разработаны. И если человек находится в изоляции, он э, волей-неволей э, будет э, как бы идентифицировать себя. И его, им будет легко очень управлять с помощью вот этих сетей. Ну, элементарно, да, чтобы купить хлеба, ты должен ввести, да, кто ты есть. И, то есть ты, если ты, не дай бог, там... Будешь барагозить, да, тебе хлеба не дадут, и воду выключат. И все. То есть и ты умрешь. Вот это очень интересно. Вот, и поэтому, возможно, наши там, дети, внуки, возможно, и мы уже не сможем вообще еду просто купить где-нибудь там. Без подключения к интернету, скажем. И без подключения к системе. И люди будут сами добровольно идти значит, на цифровизацию. Вынуждены. Либо, ну, вот под маской благих намерений, как сейчас делается в Забербанке, да, давайте мы снимем параметры с вашего лица, и вас будут узнавать там уже без карточки. Ну, вы, знаете, возможно, скоро люди вообще не смогут просто поехать в лес, там, скажем, в горы, в поле уехать, они просто не выживут там, да, потому что разучатся жить самостоятельно и бесконтрольно жить. То есть еды себе не смогут добыть, естественно. И там, ну, просто они перестанут быть индивидуальностью. Вот это очень обидно и, кстати, очень тревожно. Очень тревожно вообще за всех нас и за детей. Это, возможно, это просто фантастика, возможно и нет. Я как бы... Вот ту информацию, которую, всю, которую я получил за эти дни, я вам рассказал, а вы уже решаете сами, что фантастика, а что нет. Но то, что режим самоизоляции — это не фантастика, а реальность, да? Это мы уже знаем. То есть, еще раз говорю, что, к сожалению, наше государство пока не поддержало нас, а просто оставило как бы, выживать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Как бы. Всем привет. Подписывайтесь на канал выдали антисептик для рук. А аа, Жалко вам, вы понюхать не можете. Самогоном прям вот это голову, когда отделяешь. Ну, короче, <inherently см лют Les> <couples ленит>. первочем, самым, который этот вредный. Возможно, это самогон, кстати, и есть. Потому что говорят, что вот именно вот там сколько 70 градусов убивает вирус. Ну, прям воняет на это самое на весь офис ну ладно будьте здоровы берегите себя своих близких до новых встреч